Глава района Андрей Дорошевский с рабочим визитом объехал социальные объекты муниципалитета. Первый посетили станицу Калужскую. Здесь открылся офис врача общей практики. Событие долгожданное для всех жителей. Принимает не только врач, но и педиатр. Здание оснащено современным оборудованием. Есть аппарат ЭКГ, оборудование для физиопроцедур, врачебных осмотров. Предусмотрен и дневной стационар. Особенная гордость – офтальмологическое оборудование. Мы можем определить остроту зрения. Есть щелевая лампа для определения повреждения передней камеры глаза, роговицы глаза. Да, в том числе, да, очень хорошая аппаратура, просто бесподобно. Спасибо огромное. Посетили также Афипский лицей, где сейчас проходит реконструкция и возведение блока начального образования. Подрядчик сорвал сроки выполнения работ и сейчас пытается наверстать упущенное. Следующим объектом стал спортивный комплекс «Андрей-арена». Здесь для детей предусмотрено немало вариантов занятий. Есть даже свой небольшой скалодром. Единственное, чего не хватает спорткомплексу – своевременного ремонта. Глава дал поручение подготовить документацию для участия в краевой программе. Спортивный комплекс посетили и в поселке Ильском. Он построен в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Нарекания вызвали легкоатлетические дорожки и покрытие стадиона. Их следует привести в соответствие с нормами. В спортивной школе номер 2 тренируется почти 900 ребят. Для занятий спортом и подготовки к соревнованиям созданы все условия. В рамках антитеррористической безопасности территорию школы необходимо оградить. Завершили объезд в Ильской детской поликлинике. Скоро она откроется после капитального ремонта. Здесь отремонтировали фасад, кровлю, заменили окна, а сейчас устанавливают мебель и медицинское оборудование.